Здравствуйте! И снова с вами Mommy's News, эксклюзивно для mamaplus.md. Только у нас обзоры самых интересных, самых ярких мероприятий нашего города. Оставайтесь с нами. Доставайте сердечки, проводим лотерею. Я знаю. Номер своего сердца знаю, ну как приятно. Номер 15. Подарок вот такого замечательного сюрприза от Павел Кастелани. Это вам, можно получить аплодисменты, милые дамы. Ну, давайте будем более лояльными друг к другу. Лотки России, это специально для вас. Кто не аплодирует, не попадет в инстаграм. Давайте так. Лотки России, это вам. Вы выиграли. Уши на двоих, ресторан «Кодру». Аплодисменты! Данный сертификат действует 13 февраля с 6 до 7 утра. Это шутка. 13 февраля ресторан «Кодру» ждет вас. У вас двое детей, а сколько шут? 5, отлично. Вот сюда, вот давайте, народ, можно попросить фотограф. Все завидовали. И радовались. Спасибо большое, что вы с нами. Эти аплодисменты от гостей сегодняшнего вечера. Сегодня мы купаемся в красоте и роскоши. Ах, какие шубы! А вы ко дню Святого Валентина купили своей любимой шубу? Здравствуйте, как настроение? Отлично, спасибо. Прекрасно. Можете нам, пожалуйста, рассказать пару слов о данном мероприятии? Сегодня мы собрали всех наших клиентов и друзей. У нас сегодня праздник для женщин на 14 февраля. Мы для них приготовили маленький сюрприз. У нас акция, суперцены на весь товар, который у нас предоставлен в магазине. Я надеюсь, что мы чем-то порадуем нашим клиентам. Мы стараемся каждый год их чем-то удивить. Каждый год мы стараемся что-то новое. Интересная. Наша версия такая же, только это праздник любви. Поэтому мы собрали всех женщин, которые с нами на протяжении многих лет. Друзья, клиенты. Для них мы делали специальную лотерею. Спасибо нашим партнерам, которые участвовали сегодня вечером. И мы разыгрывали очень красивые призы и подарки. Думаю, что все люди остались довольны, ушли с хорошими подарками. А вы, девочки, лично готовы к празднику 14 февраля? Подобрали подарочки для любимых? Мы всегда готовы. Мы заранее думаем, обдумываем, какой подарок, чтобы удивить нашего любимого человека. Конечно, мы всегда, потому что мы маркетологи, у нас это в крови. Подписали валентинки, уже все готово. У меня с детства есть мечты, как бы я каждый год свои какие-то такие пожелания пишу своему любимому человеку. А как проходил День Святого Валентина, допустим, у вас в школе? Интересно. Писали тайные записочки? Больше получала, чем писала, если честно. Никогда не писала, потому что я сама по себе скромный человек. И только я их получала, честно. Писать не писала. Ну, у меня вообще сложно. У меня было советское время, когда я училась, поэтому Святого Валентина просто не было. Но было 8 марта, больше поздравляли меня мальчики, чем я. А вы помните свою первую любовь? Первая любовь, наверное, все-таки мой муж. Первая любовь. Первая настоящая и на всю жизнь любовь. У меня вообще легко с этим. Я с моим мужем с 15 лет. Это единственная любовь и на всю жизнь. Ну, вам повезло, действительно. Спасибо вам большое. Желаю вам хорошего вечера и прекрасного дня Святого Валентина. Здравствуйте, как настроение? Добрый вечер, отлично. Что вас привело в такой пасмурный вечер именно в это место? Ну, во-первых, я очень-очень люблю Лауру. Это мой клиент, мой близкий друг. Поэтому мы не могли оставить ее в такой вечер. Вы готовы к Дню Святого Валентина? Если честно, еще нет, но я думаю, что мы еще успеем подготовиться. У нас вы еще? Целый день. Целая суббота. Для меня это целая вечность. Да, целый день. Вы еще не подписали валентинки?
нет, ничего не сделала, но с моим графиком жизни мне даже достаточно несколько часов, чтобы успеть сделать все. Целое сумасшедшее мероприятие, и все будет обязательно. Это же такой праздник. А что для вас есть этот праздник вообще в общем? Ну, наверное, это праздник двух сердец, которые должны быть вместе, поэтому по-хорошему он всегда есть, этот праздник, если есть вторая половинка. Если нет, то нужно ее найти в этот день обязательно. А как вы в школе праздновали этот праздник? Ну, надо вспомнить. Если честно, мне особо он не запомнился со школьных дней. Это скорее запомнилось мне вот уже с тех пор, как мы познакомились с мужем, потому что он мне делал в этот день всегда праздник. А я, насколько знаю, вы тренер по пилатесу. Вот почему именно пилатес? Как я уже говорила, это мой четвертый ребенок. Я просто очень люблю это направление. И я считаю, что это очень... То есть это здоровье. А здоровье сейчас это в первую очередь. Если у вас нет здоровья, то все остальное отходит куда-то на второй план. Я с вами абсолютно согласна. Спасибо вам огромное. Желаю вам хорошего вечера и счастливого дня Святого Валентина. Хорошо. Всем любви! Ура! Здравствуйте, как настроение? Отлично. Шикарное. Что вас привело сегодня именно сюда? Позвали, пришли. Отличная вечеринка и, конечно же, задор, позитив, прекрасные лауры. Вот скоро 14 февраля. Какая любовь живет в вашем сердце? Какая самая сильная любовь? Это может быть не обязательно любовь к мужчине, это может быть любовь к чему угодно. Ну, не знаю, у меня двое замечательных дочек. Я люблю своих детей, своего любимого мужчину. Вот уже на протяжении 15 лет мы вместе, и у нас как первый день встречи, то есть все проходит на том же уровне. А как же шубы? У меня их много, поверьте. А я скажу, наверное, любовь к матери. Как, скорее всего, каждая из нас согласится. И большинство из нас мамы. И я желаю каждой женщине, чтобы у нее была возможность приобрести подобные шубы, браски или еще лучше, я не знаю, что Лаура будет привозить своей маме. А как вы готовитесь к Дню Святого Валентина? Пока никак. Просто заказали ужин, подарочки для своего любимого мужчины. Я даже детям своим приготовила подарки. Пускай маленькие, но с любовью. А я выиграла ужин, так что у меня все замечательно. Все уже решено. Ты прекрасна. Вообще, у меня отличное уже настроение. Вообще уже галочку можно ставить, мне кажется. А как вообще праздновали День Святого Валентина вот в школьные годы? У нас, когда я была в молодости, у нас День Святого Валентина вообще не праздновалось. А я, к сожалению, была энтузиастом. И делала огромные коробки, куда отсылались послания. И дома мы всей семьей перебирали на целые кулища их. Поэтому... По всей видимости, у вас длился этот праздник несколько дней. Да, так и было. Весь февраль. Записок было просто уйма, целая комната. Могу прости. Ну, давайте тогда передадим привет нашим самым любимым. С любовью ко всем. Я вообще всех люблю. Особенно самое дорогое – это мама, папа. Мой любимый человек, мужчина, Федор, я тебя очень люблю, мои дети, Дарья, Лерочка. И вообще я всем людям желаю больше позитива, любви, здоровья, и все будет у вас хорошо. Ваша версия? Поддерживаю. Оставайтесь собой, всегда верными себе. Не парьтесь по мелочам, просто любите. Желаю вам хорошего вечера и счастливого дня Святого Валентина.